Ну а сегодня в Чебоксарах прошло заседание круглого стола по вопросам энергосбережения в сфере ЖКХ. Свои наработки в этой сложной, но столь необходимой сфере представил руководитель дирекции по проблемам ЖКХ аналитического центра Мария Шилина. По словам московского специалиста, снизить затраты на ЖКХ и решить проблему модернизации поможет программа. При этом она не предполагает финансовые вложения ни жителей, ни бюджетов. Все это возможно только путем внедрения механизма энергосервиса. Экономия происходит за счет того, что проводится система модернизации оборудования. Чувашия – третий регион, где презентуется эта схема. Более подробно о том, как будет внедряться система модернизации энергоэффективности в Чувашии, мы расскажем завтра в программе «Республика».